Друзья, всем привет! Сегодня были на рыбалке с Серегой опять. Или снова, кому как. Ловили форель. Сегодня были на открытии, то есть, водоема. Вот, запускали форель. И мы, в общем-то, надеялись поймать. Ну, поймать у нас удалось. То есть, нам повезло. Три штучки мы взяли. Такой нормальной навески получилось поймать. Вот. Потом в процессе, когда закончилась форель, ну, в смысле клев, пошли это, на этом же водоеме, но где отгорожено, щуку пытались поймать. То есть две щучки тоже взяли. Все было поймано. Ну, форель на блесна, одна на резину. А по щуке на воблер и на резину тоже поймали. Ну, тащу гонять. Вот. Рыбалка трудовая, находились сегодня вообще без ног, ноги гудят. Вот мы здесь с 6 утра и сейчас 6 вечера. То есть на ногах. Короче, 12 часов целый день, в общем-то. Вот. Нам еще до дома час пилить. Если не больше. Так что как-то вот так. Видео там, если получится, что-нибудь я нарежу. Какие-нибудь там моменты, если опять камера не подведет. Вот, а в целом водоем нормальный, так что как-то вот так. Поедем домой отсыпаться, возможно, в ближайшее время еще куда-нибудь рванем. Ну, Серега сегодня, он расстроился, ничего он не поймал сегодня. Форель у него сошла где-то штуки две, да, или три у тебя было. Вот, и один раз блесну, короче, у него срезала щука. Вот, оказывается, тут осталась щука, когда отгораживали. Вот. У мужика там напротив вообще подряд, короче, раза, наверное, 3 или 4 у него тоже срезало. Он на резину форель ловил. Вот. И поклевка, щелк, короче. Щука прям, ну, ее видно. То есть она прям выходит. Я тоже один раз видел, что ну прям за блесной, но у меня почему-то она не атаковала. Вот. А у Сереги вот срезала. Блесну жалко, уловистая была. Вот. Ну, в целом, вот так. Я даже сегодня искупался. Раз в год надо же искупаться, правильно? И сегодня, получается, я открыл купальный сезон и закрыл купальный сезон. Вот так вот у меня день насыщенно прошел. Все, смотрите видео, увидите, кому не интересно, там моменты перемотаете. Не знаю, кто как смотрит, конечно. Вот. Ну все, всем пока, нам еще дорогу пилить. Ни хвоста, ни чешуи, лайки или дизлайки. Подписывайтесь обязательно. Может, еще что-нибудь наснимаем. Все, удачи. Короче, форелину мы поймали вот так вот. Три штуки. Вот такие вот здоровые. Хрен знает, насколько они потянут. Дома взвесим. Ну, что-то больше перестало клевать. Пойдем сейчас щук половим. На что ловили? На что ловили? На рудру? На рудру? Далеко кидай? А? Далеко кидай? Зацепы? Вот, я 3 кидаю. Да? А больше не на 3 кидаю. Даже в кан не помещается. Смотрите, даже в камне помещается лосось, целый лосось. Ладно, пойдем мы сейчас чай попьем, щукарей пойдем половим. А эту пусть пока тут
стоит в машине. Just to dig me out with silver spoons, no, I didn't see it coming. Его. Забирайся. Забирайся. Посмотри, может, там еще есть. То есть, сейчас, да, я это вынесу. Все, минус поводок. Вообще ужас. В машину сейчас пойдешь греть. Говорю, сейчас в машину пойдешь греть. Ловит рудру. Жесть, вообще капец. Там такая вот разветвленная дубина, и там бублеров. Я прям иду, и ноги плетенка. Вот, оторванная. По ногам прям не течет. Прикинь. Сколько там бублеров. Сюда надо ехать с магнитом. Ну да. На 200 с плюс. И кидать тут. Трос надо сразу. И трактор. Спас! А? Да. Опа, папа у нас поймал щуку. А может и не щуку. Щука. Да, вот это я снимал. Смотри, смотри. Вот она. Ой, большая. Говорю, большая. Дали? Да. Давай, давай, милая, пойди. Котлеты наши. Круто. Рудрос. Рудрос, который Нептун нам подарил, она нам подарила, короче, щупакабру. Видишь, и все, сошла бы чуть-чуть. Что я могу сказать? А? А это воблер-то, он только заглубился, может, метр, пол. А то есть это? Она поднимается сверх, так. Получается. Вернее, снизу. Что? Это что так понес? Садок не пуган. А, пуган, окей. Оказывается, рудру не всегда дубасить надо. Попробуем поставить.
Какой отпустим? Натуралка! А? Да, не отпустим? Нет. А что ты? Заготовитель, что ли? Нет. А? Нет. Давай прекращай. На рыбу не надо жадничать. Я не жадничаю. Когда будет ловиться, тогда это. Я поднялась с глубины, видимо, за ним, потому что он шумный. Видишь? Угу. И возможно она с глубины поднялась. Ну круто, я, честно говоря, думал зацеп. Раз и встала, короче. Я тяну, она стоит. И раз поплыла дальше, да, от меня. Думаю, ничего себе. Не, мульт, конечно, ништяк. Как краном тянешь ее, она даже вообще... Тут плетенка еще толстая. И так вот заглубляем. И пробуем еще разок. Нравится это весь мульт. О, сейчас попробую. Сколько тут грамм-то, блин? 16. Надо там какой-нибудь твистер попробовать. Вот твистер тоже. На него его проблем может хапануть. Щучка. Смотри, поймал. А? Тут видишь, не глубоко. О. На двиг он попробуй поролонку поставь. А что за колебалка? Где? Что-то поймал первый. Я тебе говорю, надо бить на пробу. Сошла что ли? А, на меня идет. Щука. Там двойник сойти не должна. Вот это хорошенькая тоже, да? Нормально его. Щуп, щупакабр. Эх, стой. Не зайдет, не зайдет. Нет, она, смотри, на двойник засеклась. Она как тебе сейчас? Ну, она сама, видишь, на берег к нам. Тихо, тихо. А? Наджик. Наджик. Конечно. На блесны не ловится. Сейчас боблеры тоже перестали. Дай карсами. Дыброхвост. Какой-то релаксовский, что ли. Старый. Да. Вон две поймали. И коряк еще поймали. На тысячу. Это не бывает. В этом водоеме это стабильность. Я осенью сюда приехал, в том году на пятерку оставил. Приманный. Поймал только одну щуку. Так что это выдаем
только так. Все, эту резинку в дребезги она, короче, расчехлила мне все. Не, она маленькая. Да, на паузе. Наколебывала, видишь? Я говорю, так колебывала. Вертушку. Там пробовал, здесь не пробовал. Что, отпустим, что ли? И что она мелкая? Я забыл, как я говорил. Иди, подруга, спасибо за поклевочку и позови-ка там бабушку или дедушку.